хотела стать рекою, и чтобы там солнце купалось. Я хотела стать сама собою и сама в себе потерялась. Ну просто это такой возраст, и мне немного страшно, что же теперь дальше. Клиника в руках Галины. Она легализует свой бизнес суррогатного материнства. Оксане делают подсадку. Вяземский пасует перед ворохом проблем, свалившихся на него после увольнения Теркулова, и готов передать полномочия внуку. Карина впускает в дом соперницу, не подозревая, что этот визит обернется для нее трагедией. Сердце Пелагеи не каменное. Жалея внучку, она благословляет Теркуловых на суррогат. Сколько стоит одна тетрадь, если за покупку заплатили 120 рублей? Доставка витаминов на дом. Ничего себе! Откуда такое богатство? Ух ты! Какой большой виноград! Гуманитарная помощь от Козыревых. Мне это за неделю не осилить. Так что налетай! Я бы с удовольствием, но на работу опаздываю. Спасибо, тетя Оксана. Мам, а ты на экзамен придешь? Ну, конечно, Тараска. Только сначала мыть. София, я сегодня не смогу с Тарасиком посидеть. Мне надо к бывшему съездить, объясняться насчет вчерашнего, а то он мне больше Манечку не даст. Ну, конечно, поезжай. Угу. Нам всем без Манечки будет плохо. Я не представляю, как я могла жить раньше без нее. Вот дура-то была. Ты просто только сейчас стала матерью. Так бывает. А Тарасик у тети Зои побудет, правда? Тетя Оксан, передайте Мане, чтобы кулаки за меня держала. Не дрейфь, мы тебя ругать будем. Зачем ругать? Не надо. Так положено перед экзаменами. Примета такая. А. Ну, тогда ругайте побольше. Ну вот, твое резюме готово. Сейчас разошли его по разным клиникам. Так вот куда ты убежала из постели? Ага. Хочешь послушать? Давай. Окончила аспирантуру. Вот. Многолетний опыт работы по лечению и невынашиванию беременности, уникальные наработки по преодолению бесплодия, хирург экстра-класса, владеет методиками организации работы в медицинских коллективах. Ну как? Просто замечательный специалист. Такого с руками и ногами оторвут. Вот, и я так думаю. Ты кое-что забыла. Что? Он ученик академика Вяземского и работает по его методикам. И всем обязан своему учителю. Даже тем, что остался без работы и без клиники. Ну, то, что клиника досталась непрофессионалам, это обидно, но будем надеяться, что разум восторжествует. Пап, у тебя такой усталый вид. Давай ты останешься дома. Ну как же? А клиника? Пациентки? О них есть кому позаботиться. Твое присутствие совершенно не нужно. В конце концов, пап, если что-то понадобится, я тебе обязательно позвоню. Ну хорошо, только с одним условием. Ты подробно мне все расскажешь. Конечно. Как и что там? А сейчас полежи, отдохни. Миша! Останешься с дедушкой, слышишь? Пап, у тебя есть возможность пообщаться с внуком. Разве не здорово?
А я пошла. Не скучайте, мальчики. Ну, чего ты такой хмурый? Не хочется с дедом сидеть? Да нет. Тут такое дело, дед. По-моему, мой брак с Кариной накрылся медным тазом. Это почему? Привет, подруга. Выручишь в очередной раз. А ты сомневалась? Мне уж Тарасик как сын. Вау! Ух ты, Паш, а что это такое? Это ёшка. Мне мама вчера купила, правда, Зоровская? Ага. Слушай, а можно попробовать? Да, её вот так кидать надо. Ага. Спасибо. Что бы я без тебя делала? Пропала бы. Тарас. Тарасик, ты слышишь меня? А? Ты не забыл, что у тебя экзамены, тебе готовиться надо? А эта игрушка от тебя никуда не убежит. Зоя, я в 4 приду и заберу, отведу его на экзамены. Ну, надо же. Бывают же такие дети. Не успела сказать, уже за уроки сел. А моему оболтусу 100 раз сказать надо, а лучше подзатыльник дать. Вообще-то, нам уже ничего не задают. И меня в 3-й класс перевели. Вот. Молчи, оболтус! Одни 3-ки в году. Пацаны. Мамочки, что такое? Дед, я знаю, ты любишь Карину как внучку. Я так не хочу тебя расстраивать. Ну, говори, что случилось? Предупреждаю, тебе это не понравится. Давай, давай, давай! В общем, наша любимая Карина вовсе не ангел, как мы все думали. Дед, она просто шлюха. Ты с ума сошел. Не смей ее так называть. Дед, как мне называть девушку, которая никому не отказывает? Ну, может, ты ошибся. Может, ты просто видел ее с кем-нибудь из ребят? Видел. И в очень откровенных позах. И, к сожалению, дед, у меня есть доказательства. Какие доказательства? Вот. Это мне прислали сегодня. Дай сюда. Я не хочу, чтобы ты это видел. Дай, говорю! Ну, ладно, сам захотел. Я уже начинал понимать, что ребенок-то, наверное, не от меня. Это хотел стать отцом. Дед, ты чего? Дед! Дед, что с тобой, дед? Дедуль, что... Подожди. Дед, подожди секунду. Алло, скорая!
Срочно! Человеку плохо, с сердцем что-то. Срочно приезжайте. Это ты? Карин, как ты? Ты не заболела? С чего ты взял? Просто тебя не было в колледже. Я подумал, вдруг что-нибудь случилось. Решил тебя проведать. Ну, да не пойму, какая-то слабость. А, вот видишь, я думаю, тебе лучше прилечь, а я останусь здесь с тобой. Ты с ума сошел? А если Миша придет? Увидит тебя здесь, что он подумает? Да ты знаешь, кто этот твой Миша? Он Никит, знаю. Ты уже 100 раз говорил, что я не должна выходить за него замуж. И еще 100 раз повторю, он испортит тебе жизнь. Никит, я его люблю и буду любить. Ты можешь это понять? Сейчас приедут Козыревы расплачиваться за подсадку. Прямо сюда? Да, а что тебя беспокоит? Бояться нечего. Ни Теркулова, ни Попазяна в клинике нет. Но отца я оставила дома. Ну, осторожность не помешает. Андрюша, я хозяйка и этого кабинета, и этой клиники. Ты еще не понял? Привыкай, Андрюш. Черт побери, здорово. Надо отметить, а? Нет, сначала о делах клиники. Что там с медицинскими вопросами? Да все прекрасно. Ну, правда, серьезных ситуаций пока не возникало, но я думаю, что мы и без Теркулова справимся. Отлично, но... А что там с персоналом, не бунтует? Все под контролем. Вот и отлично. Галина Михайловна, прибыли Козыревы. Пригласить? Спасибо. Андрей Игоревич сам о них позаботится. Иди встречай дорогих клиентов. Николай Петрович. Да? Можно мне сегодня в 4 уйти с работы? У меня у сына экзамены, ну, понимаете? Да, а сколько ему? 8. Маленький совсем. Ну, конечно, идите. Там ведь 2 часа, не больше. Да. Только вечером обязательно возвратись, народу будет много. Не волнуйтесь, я приду. Да что, я не человек, что ли? Ну давай, иди работай. 4 тебя заменят. Хорошо, спасибо вам большое. Так, раз ты плохо себя чувствуешь, я останусь здесь с тобой и никуда не уйду. Никит, все нормально. В моем положении такое бывает, это токсикоз. Я сейчас позвоню Мише, он отвезет меня в клинику. Только не надо Мише звонить. Почему? Миша с дедушкой. Дедушке плохо. Да, тогда лучше не звонить. Ну, вот я о том же говорю. Давай вызовем такси и вместе поедем в клинику. Ладно, я переоденусь. Ты подожди. Только ты проводишь меня и уйдешь. А там мне все объяснят. Дед, дед, что с тобой, дед? Вставай. Дед.
Что с ним? Доктор, я не знаю, сделайте что-нибудь. Сердцем, наверное, что-то. Забираем. Это сердечный приступ. Приветствовать вас, Галина Михайловна, уже в новом статусе. В жизни нужно двигаться вперед. Вам ли это не знать? Вознаграждение, Галина Михайловна. Вот оно. За ваши труды. Потрудитесь, пересчитайте. Здесь вся сумма. Что вы, я уверена, вы никогда не ошибаетесь. Хотелось бы то же самое сказать и о вас. Ведь, насколько я знаю, при искусственной подсадке эмбрион не всегда может прижиться. Вы прекрасно осведомлены, но я хочу вас успокоить. Мы будем повторять попытку до положительного результата. Вот именно это я и хотел от вас услышать. А то, знаете ли, совсем не хотелось бы разочароваться в вас. Этого не случится. Не беспокойтесь. Как настроение? Нравится у нас работать? Пока не поняла. Но эта работа мне очень нужна. Будь осторожнее. Я сегодня видела, как на тебя наш менеджер смотрел. И как же? Ну, как мужчина смотрит. Явно глаз положил. Но это его проблемы. Я-то здесь при чем? Наивная. Он спрашивать не будет, хочешь ты или нет. Пусть только попробует. Я ему этот глаз обратно вправлю. Предупредила. Я могу тебя направить к дежурному врачу, раз твой отец в отпуске. Да мне все равно, у вас же все врачи хорошие. Карин, привет. Привет. А что-то случилось? Тебе зачем наши хорошие врачи понадобились? Да я сама не знаю, что со мной. Я просто пришла проконсультироваться. Понятно. Я проведу куда надо, все сама сделаю, ладно? То есть не записывать? Пока нет. Ну, рассказывай, какие симптомы? Ну, ты когда вчера ушла, я уснула. Угу. А потом просыпаюсь, у меня голова гудит и тошнит. Так это обычный токсикоз. Ну, я так и подумала. Просто на всякий случай решила прийти. Я тебе сейчас дам лекарство хорошее, у тебя сразу же все пройдет. Вот. Ладно. Карина, иди лучше к врачу. Со здоровьем не шутят. Это родственник? Нет, это просто однокурсник. Пусть тогда в стороне постоит. Никит, слышишь, не вмешивайся. Понимаешь, у нас сейчас все врачи так перегружены, что незачем их попусту тревожить. Ладно, а я тебе все равно дам то же самое, что они тебе пропишут. Да, конечно, я понимаю. Ну, это отлично. Подожди здесь, ладно? Доктор, скажите, пожалуйста, с ним все будет хорошо? Посмотрим. Но будем надеяться. Друзья. Мам,
дед в больнице. Просто сидел. Потом вдруг задыхаться начал, упал. Да, я с ним поехал. Понял. Оль, а может, не надо ничего высылать никуда, а? Буду лежать на диване с женой. Красота. Ну и сколько ты так пролежишь? Час? Два? Ты же у меня трудоголик. Слушай, только в Швейцарию не надо высылать ничего, там своих хватает. Ой, прошу тебя, только не скромничай, ладно? Таких, как ты, мало. Не, все, решено. Я остаюсь, собственно, я патриот, Оля, я патриот. Сереж, к тебе пришли. Как неожиданно. Здравствуйте. Чем могу помочь? Вы меня простите, но я узнал ваш адрес. Мне нужно посоветоваться. Я вас слушаю. Вы единственный человек в этом городе, к кому я могу обратиться. Мне нужно поговорить с вами. Как с мужчиной. Никит, спасибо, что проводил. Можешь идти в колледж. Я дальше сама. Нет, Карин, я тебя сюда привел, я тебя и обратно провожу. Никит, что ты прицепился ко мне? Неужели ты не понимаешь, что это неприлично? Что неприлично? Почему я должна всем объяснять, кто ты такой? А если они Мише расскажут, что я с тобой по городу хожу? Да не надо никому ничего объяснять. Ты должна заботиться о своем здоровье и здоровье ребенка. Так, спасибо тебе за совет, но ты можешь идти, а обо мне позаботится Марина. А, Марина, да? Конечно. Ладно. Ну как наш малыш? Сегодня опять мешал спать. Не волнуйся, родишь, выспишься, а ночами я буду с малышом сидеть. Ой, мамочки. Ну, все, до завтра. Не скучайте, зайки мои. А виноградику мне принесешь? Принесу. До свидания. До свидания. Ой, девочки. Даже не знаю, что будет, когда мой правду узнает. Он тебя прибьет. В этом дело. Он счастливый такой. Ну разве можно его лишать этой радости? Ой, лично я не хочу ни мужа, ни этих его радостей сопливых. Уже поскорее бы родить ребенка здорового. А вот я бы хотела, чтобы меня вот так же, как Ирочку, в пузик целовали. Жалко некому. Ал, ну хочешь, я тебя поцелую, Ал? Ой, девочки. Кажется, началось. О, Господи. Ой. Сейчас, тихо, спокойно. Ой, мамочки. Сейчас позову сестру. Ой. Сестра! Давайте, у нас здесь Аллочка. Жай, давайте, живи, ледись, давайте. Алла, спокойно. Так, давай, давай. Дышим, да? Да. Носом. Кто у нас так дышит? Я думала. Носом. Аллочка, как часто у тебя происходит схватки? Ой. Тихо, одна с другой. Ой-ой-ой. Мамочки, больно такое. Да. Носом, терпи, носом, терпи, носом. Козочка, терпи. Давай, давай. Скоро мамой скоро будешь. Скоро. Скоро мамой будешь. Носом, 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 носом. Палочка. Понимаете, я все время думаю о том, что скоро стану отцом. Да, у меня будет как-то по-русски тройня. Нет, тройня – это когда у одной женщины сразу рождаются трое детей. Какая разница? Сейчас у меня одного мужчины и родится трое детей. Ну, хорошо, я не буду спорить, у вас будет тройня. Чем я вам могу помочь? Я решил изменить свои планы. Я не поеду больше и в Таиланд, никаких этих секс-туров. Я хочу жениться. Сразу на трех? Нет, я не мусульманин. Ну. Как вы думаете, хотя бы одна из них согласится? Ну, а как же быть с двумя оставшимися?
Ведь каждый из них собирается родить вам по ребенку. Я не беден, я смогу их обеспечить. Как это у вас называется? Элементы. Я смогу их платить. Все. Решено. В Таиланде я был много раз, а отцом еще ни разу. Карин, держи. Одну выпей сейчас. Вторую через 4 часа. Третью перед сном, поняла? Угу. Все. Галина Михайловна! Да. А почему вы здесь? Что-то случилось? Папе стало плохо, Миша отвез его в больницу. А можно я тогда с вами поеду? Зачем? Ну, я буду волноваться, да и Миша там. Ну, ладно. Поехали, быстрее. Столиками, как договорились. Да-да. Спасибо. Я ухожу, вы помните? Да, конечно. Только я вас очень прошу, наведите здесь порядок. О, хорошо, это я мигом. Людочка, я сколько раз говорил, не оставляйте здесь посуду. Давайте работать. Если с Каринкой что-нибудь случится, почему ты не отправила ее к врачу? Ты кретин. Чтобы он нашел следы хлоралгидрата и устроил расследование? Так это опасно для здоровья? Мне просто интересно, а чему это не опасно, но беременным по назначению? А сейчас? Что ты ей за дрянь дала? Это обычный полисорб. Даже если и есть какое-то малейшее отравление, то он выведет его из организма. Если с ребенком или с Кариной что-нибудь зайдет... То разбираться мы будем втроем. Не надо на меня наезжать, умник. Что, совесть замучила? А ты на фотографиях очень неплохо получился. Если выложить в интернет, столько девочек на тебя западет. Не дай бог, эти фотографии увидит кто-то, кроме Земского. Успокойся. Я тебе пообещала, что их никто не увидит. Значит, их никто не увидит. Хотя показать очень хочется. А вы с Кариной неплохая пара. Симпатично смотритесь. Да пошла ты. О, здорово, братан. Как оно? Отлично. Что будете пить? Два пивка, как всегда. Светлого, пшеничного. Только два пивка сегодня. Ну, мы на работе. Сделаем. А ты уверен, что Васильич принесет 100 косарей? Где он их возьмет? Какая разница где? Где хочет, там пусть и ищет. Не найдет, на счетчик поставим. Ты же сам все знаешь. Да ты хотя бы из него 1015 вытряси. Мы Пете должны долг за рыбу отдать. Петруха. Петруха свой пацан. Подождет пару дней. Куда он денется? Твой. Он пока денег не увидит о поставках новой рыбы, забудь. Я уже пообещал менеджеру ресторана. Я сказал, свежак. Деньги из Васильича надо выбить, кровь из носа. Напугать там. Понял. Выбью, не переживай. У нас профессия такая. Не выбивать. Народ пугать. Правильно говорю? Слушай, ты это тут сидеть-то не запарился? Пойдем лучше поиграем. Не, после экзаменов. Ты что, ботаном записался? Просто решил сдать на пятерки.
Тройка тебе хватит. Тоже мне отличник нашелся. Знаешь, одна девчонка учится только на пятерке. Я хочу ей доказать, что тоже не дурак. Влюбился, что ли? Ромео. Еще чего? Ну что? Ребят, прогуляемся к морю. Нет. Мне таблицу умножения повторять надо. Вот. Ну, надо так надо. Ты учи, а мы пойдем. Скоро мать за тобой вернется. Да? Зубрила! Что-то задерживается, Васильевич. Неужели кинет, урод? Да, может, он вообще свалил из города. Проиграл, скинул кого-нибудь, свалил. А я говорил, нельзя давать деньги игроману. А ты мне он земли ел, он матерью клялся. Вот, мать твою, вляпались. Он выручал меня в свое время. А киты должны помогать друг другу. О, глянь, идет, да не один, с напарником. Ты не знаешь его? Это же гость, уважаемый человек. Привет, парни. Привет. Здорово. Вот, с гвоздем обмусолить тему надо было одну. Опоздали немного, простите уж. Бог простит. Принес? Антоха, Влад, вы же знаете, обчистил меня в казино сопляк вяземский. Отпассажирил подчистую. Со мной впервые такое. Дайте еще 2 дня. Ага, дадим сейчас в зубы. За то, что трешь нам по ушам. Уж не кинуть ли ты нас задумал, брат лихой? Я? Да никогда. Я живу по понятиям. Тачку продам. Уже клиент есть. Вот гвоздя с собой привел. Он за меня поручится. Пацаны, все будет по чесноку. Конечно, будет. Бабки на стол и весь разговор. Семью 3, 21. 4 с 8, 32. 5 и 7, 35. 6 и 7, 42. 6 и 5, 2. Молодец. Мам, ты знаешь, я как-то боюсь. Ну, вдруг не сдам. Никаких вдруг. У меня есть волшебное средство. Закрой глаза. Открывай. Ух ты, а что это такое? Это пятак на счастье. Когда папа сдавал экзамен на старшего механика, он положил его в ботинок, и все получилось. А мне он поможет? Ну, задачку, конечно, он за тебя не решит, но уверенности прибавит точно. Клади. Угу. А ты знаешь, я как-то перестал бояться. Ну вот видишь, я же говорила, значит, работает. Готов? Пойдем. Лиза! Лиза! Да. Собирай персонал. У нас ЧП. Что? Что ты на меня так уставилась? У нас кража! Господи.
Да. Совсем ты Васильевича паршивил. Подставляешь не по-детски. Разве это подстава? 2 дня отсрочки всего. Это для тебя 2 дня ничего не значит. А у нас дела. Короче, объясняю на пальцах. Ты кидаешь нас, мы автоматом кидаем другого человека, порядочного поставщика. Однако, поскольку мы не беспредельщики, а нормальные, уважаемые в городе деловые люди. Во-во, деловые люди. Поэтому дадим тебе отсрочку на 1 день. Завтра бабосы принесешь. Но я не успею машину продать до завтра. Мне нужно 2 дня. Ну, хотите, расписку напишу. Гвоздь подпишется. Деньги завтра должны быть. И никаких расписок не надо. Мы тебе верим, Васильич. Да, Васильич, мы в наш честный мужской договор решили внести поправку. Поскольку ты деньги не принес вовремя, из тебя еще 15 штук. И, пожалуйста, не забывай про проценты, ладно? 15 штук плюс проценты. И еще. Этот наш теплый дружеский разговор действует только до завтрашнего вечера. А потом... Да мы тупо на счетчик тебя поставим. К долгу каждый день будет прибавляться по 30 штук. И гвоздь тебе твой не поможет. Договор дороже денег, Васильич. Ты его нарушил. Ну, сам понимаешь, за это ответить надо. Короче, завтра жду звонка. Мам, только не волнуйся, все в порядке. Ты что здесь делаешь? Что значит, что я здесь делаю? Мне же не все равно. Миша, рассказывай, что случилось? Что говорят врачи? Мам, врачи пока ничего не говорят. Приступ на пустом месте случился. Сидели с ним, разговаривали, вдруг задыхаться стал, на бок валиться. Мам, его уже врачи перевели из реанимации в палату. Мам, ну успокойся, сядь, все нормально. С ним врач, все хорошо, все. Сейчас выйдет, нам все скажет. Ну, а почему ты таблетки не дал? Мам, ну я знал, что таблетки все равно не помогут. Я сделал ему непрямой массаж и, естественно, вызвал скорую, потому что без этого никак нельзя было обойтись. Понятно. Доктор, как он? Все обойдется? А вы родственники? Да, я его дочь, это мой сын с невестой. Скажите, я не ошибаюсь, это академик Вяземский? Да, это он. Я его сразу узнал. Вы не волнуйтесь, сердечный приступ купирован, и он уже пришел в себя. Слава Богу. Доктор, боже, я так волновалась, спасибо вам. Вы знаете, конечно, больница у нас, сами видите, оставляет, увы, желать лучшего, но я обещаю, мы сделаем все возможное. Спасибо. Можно к нему? Знаете, откровенно говоря, он просил поговорить с внуком. Это вы, наверное, да? Только одна большая просьба. Пожалуйста, не беспокойте его и очень недолго. Ладно? Он еще, в общем-то, достаточно слаб. Да, хорошо. Я поговорю, если дед хочет. Бардак тут развели. Неужели непонятно, что записи нужно делать аккуратно? Исправление недопустимо, это же документ. Роды были срочные, я торопилась. Вот лишу квартальный, не будешь торопиться. Вера, срочно Теркулова вызывай. Теркулов здесь больше не работает. Не работает. Тогда идите и сами принимайте роды. Это его пациентка. Есть опасность потери и плода, и роженицы. Кесарева сделайте. Вы достаточно компетентны, чтобы давать такие советы? Просто позовите Теркулова. Или принимайте роды сами, или вы уволены. Вера, срочно вызывайте Теркулова. И тебя уволю. За нарушение субординации. А вам не кажется, что у вас было бы гораздо меньше проблем, если бы вы хотя бы иногда предохранялись? А, вы имеете в виду презерватив? Нет, ну, нет, единение с партнером. Понимаю вас.
Но в таком случае, видимо, по всему миру у вас много детей. Вы об этом не думали? Я не отрицаю, это возможно, но я о них ничего не знаю. А этих знал благодаря вам. Прошу вас, устройте мне встречу с этими женщинами. Я поговорю с ними по очереди и решу, с какой остаться. К сожалению, я не могу вам помочь, потому что я больше не работаю в клинике. Как? Такой высококлассный специалист оказался не у дел? А даже если бы работал, я бы не взялся за эту авантюру, потому что роженица на таком сроке, нельзя волноваться. И что же мне делать? Да? Как серьезно? Буду через 20 минут. Мне нужно срочно ехать в клинику. Одна из ваших претенденток, кажется, собирается родить. А я с вами. Это еще зачем? Вам позвонят, когда ребенок родится. Вы же сказали, что не работаете в клинике. Уже работаю. Дед, ну ты как? Больше жив, чем мертв. Ты уж извини, что заставил тебя поволноваться. Да ты что говоришь? Я так рад, что у тебя все в порядке. У тебя фотографии с собой? Дай-ка еще раз взгляну. Дед, ну может не надо? Ты уже один раз взглянул. Второй раз приступа не будет. Дай. Какой-то монтаж. Ох.